Впервые в Ереване пройдет мультимедийная выставка «10 великих художников Возрождения». Со 2 декабря по 15 января в Музее современного искусства будут представлены работы 10 всемирно известных итальянских художников эпохи Возрождения. Боттичелли, Беллини, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Джорджоне, Венето, Тициано, Тинторетто, Веронезе. Посетители смогут ознакомиться с самыми известными шедеврами живописцев благодаря современным технологиям проецирования, анимации и 3D-эффектам под классическую музыку и закадровый рассказ на армянском и русском языках о важных фактах из биографии художников. На выставке можно будет увидеть движущиеся картины живописцев эпохи Возрождения, размер которых достигает 6 метров. Певица и актриса Шер, Шерлин Саркисян, и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян в соцсетях объявили об участии в сборе средств для сохранения и реставрации Чмиадзинского кафедрального собора и церковного комплекса Хор Вюрап. Сбор средств объявлен новым брендом Metal Alchemist, дизайнера, филантропа и бизнесвумен армянского происхождения, основательницы ювелирной компании Alex and Annie Кэролин Рафаэлян, которая является самой богатой армянкой мира по данным журнала Forbes. В инициативе также участвуют американцы, продюсеры, предприниматель армянского происхождения Эрик Эсраилян. Ювелирная линия, получившая название «Алхимия для Армении», представлена браслетами, на которых на армянском выгравирована надпись «Отче наш». В Ереване продолжаются споры об адекватности работ, связанных с подготовкой к проведению детского Евровидения 2022. После скандала с установкой иллюминации на главной площади Армении, которую специалисты назвали вредительством в отношении исторических зданий, включенных в список особо охраняемых памятников, стало известно, что из-за съемок клипа для Евровидения ереванский метрополитен закроют на 2 дня. К тысячам недовольных пассажиров метро прибавились водители, которым 5 декабря перекроют все подъезды к площади Республики, являющейся одной из центральных автомобильных артерий города. На проведение Евровидения в Армении правительство потратит более 5 миллиардов драмов, или около 13 миллионов долларов США.